Всем привет! Станислав Садальский опубликовал совместный кадр с матерью оперной дивы актрисы Людмилой Максаковой, которую он называет своей женой. В последнее время актер уверяет, что они сыграли свадьбу и сейчас якобы живут как муж и жена под одной крышей. Артист в своем посте нелестно высказался о дочери Людмилы Максаковой оперной диве Марии Максаковой. Женщина, как известно, уже не один год воюет со своими родственниками за квартиру мужа политика Дениса Вороненкова. Апартаменты расположены на Краснопресненской набережной. «Машенька, отойди от нашей квартиры. Иди, у тебя дофига старых квартир. Неприлично биться, когда муж и жена занимаются любовью». Напомним, что Мария Максакова много лет назад подарила данную квартиру своему фиктивному мужу Далхату Халяеву, который проживает в Нальчике. Он, в свою очередь, переоформил элитное жилье на своих земляков. Они обещали ему за нее деньги, но потом якобы ее обманули. Добавим, что уже несколько месяцев Мария Максакова пытается достучаться до своей звездной матери, восстановить с ней хоть какое-то общение. Однако звезда отечественного кинематографа остается неприступной и не хочет идти на контакт с дочерью. В очередной раз вдова Дениса Вороненкова пришла к родительнице домой, но дверь ей опять не открыли. Оперная дива опубликовала в своем инстаграме снимок, на котором расселась около входа в квартиру Максаковой-старшей. На снимке Мария недоуменно разводит руками и сидит прямо на коврике в подъезде. «Мама дверь не открыла, но коврик постелила. Может, для меня?» «Хорошо, что на первом этаже открылась багетная мастерская «Снег», они впустили в подъезд, и я оказалась на шаг ближе», — подписала снимок Мария. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!